Добрий день, шановні друзі! Мій сьогоднішній співрозмовник однаково органічний в усьому – і в режисурі, і в акторській грі, і недаремно його так обожнюють мільйони людей. Сьогодні у нас в гостях блискучий актор і режисер, народний артист Радянського Союзу, художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков. Ви знаєте, я хотів би почати з того, що спросити вас, правда ли, що в юності ви планували покушення на Сталіна? Ну, на такое, как говорится, результат я, может, и не замахивался, но, как бы, будучи, я происхожу из семьи людей, у которых имение их большое находилось в селе Гонората Балтского уезда Одесской губернии. И производство зерна практиковалось в столь большом размере, что, сами понимаете, все их любили. Маленький остров возле Капри, которым они владели. Короче говоря, у меня было довольно много причин не любить тот строй, который существовал в Советском Союзе. Да и попросту говоря, я вот с детских лет вынужден был вести такую двойную, наверное, что ли, если не жизнь, то двойную нравственную бухгалтерию, во всяком случае. Это с одной стороны, а с другой стороны, я был нормальным ребенком, и я видел, как подъезжают машины и забирают людей, как люди исчезают. Это в Саратове было, да? Да, в Саратове. И если ты не был идиотом, если ты не был потенциальным подлецом, то ты не мог не видеть этого. Конечно, это было довольно тяжело для моей юной головы. Но, во всяком случае, я вполне созрел к тому, чтобы в феврале месяце 1953 года предложить своим четырем друзьям вот такую возможность, основанную на опыте Павла Пестеля, значит, его документ по этому поводу в публичной библиотеке Саратовского университета имелся. Я перекатал оттуда интересующее меня положение и сделал предложение. Значит. А как вы хотели реализовать? О, милый, ну это не сразу, не сразу. Но, тем не менее, из четырех только один, Юрка Гольдман, согласился с моим предложением. А кто-то из тех трех не выдержал и каким-то, может быть, несчастным образом, ну, донес до сведения заинтересованных людей. И, конечно, смерть Сталина, по сути дела, спасла меня. С вас даже не тронули? Нет, ну там это был конец февраля. Февраль, да. Он умер 5-го, значит, ну. Вовремя. Ну, нет, устроился. Повезло. Повезло с детских лет. Так что это, вы знаете, было, может быть, еще результатом того, что когда мне было 14 лет, арестовали человека, который был влюблен в мою маму. Мама жила одиноко, отец после войны имел другую семью. И вот этот человек, он был по образованию архитектор, а, так сказать, в душе был, наверное, такой поэт. Самуил Борисович Клигман. Его арестовали за то, что он слушал «Голос Америки» и читал газету «Британский союзник», которая продавалась в гостинице «Астория» на проспекте Кирова, по которой тогда еще трамвай ходил по этой улице. Ну вот, и однажды, когда... надо сказать, конечно, арестовали, потому что надо было, план же, наверное, существовал какой-то. А сам по себе, наверное, человек, он особо интереса не представлял, если заговор, то... Организация, группа. Ну, конечно, да. Надо, как говорится, назвать фамилии. Ну и вот одними из тех людей, которых он должен был назвать, был мой дядя, дядя Толя, любимый мною, очень
И мама моя, Марья Андреевна Березовская. И когда я однажды пришел за мамой, чтобы проводить ее от работы вечером домой, а она работала на двух работах, потому что иначе не прокормить было меня и сестру мою сводную. Она была врач-рентгенолог, поэтому работала не 8 часов, а 6 часов. Значит, на двух работах таким образом мы как-то вполне имели и борщ, и даже одежку какую-то. Ну вот, и мы шли, был такой лиловый, замечательный закат саратовский, и раздался голос сзади: не оборачивайтесь, я вам буду рассказывать, что они с ним делают. И обернулся, это была мать Самуила Борисовича. И она рассказала довольно страшные вещи, в частности, как ему защемляют мужскую плоть в проем двери, нажимают, и вот, значит, он. Царство небесное, Самуил Борисович все это выдержал, получил свой червонец и 5 по рогам. 58-я статья. Да, и 56-м, прибежавший в аудиторию, где мы танцевали, Валя Гав сказал: «Ленин!» Он добавил нецензурное слово еще одно: «Там тебя зэк ждет у артистического кафе». Это через дорогу от школы-студии. Я выбежал и увидел, стоит Самуил Борисович в ватных стеганых брюках, в ватной телогрейке, и вот эта вот надпись, которую Александр Исаевич Солженицын, была там ща, по-моему, 232 или что-то в этом роде, тоже еще не сорвана. И он стоял и, видимо, не верил, что я подойду к нему. Ну, мы обнялись, и почему я плакал, я еще могу понять, слабая нервная система, учится на актера. Ранимый. Ну да, лебильная нервная система. А вот почему Самуил Борисович плакал, я сейчас уж и не отвечу. То есть я вам рассказал эту длинную историю, чтобы, наверное, было понятно. Я знал об этом. Я не то, что не мог это любить. Я боялся этого, я хотел выжить. Ну вот, и, в общем, исхитрялся. Мне рассказывали, когда вы оказываетесь на Новодевичьем кладбище, вы кладете цветы к могиле Хрущева. Почему? Ну, положим, я не только Хрущеву кладу цветы, я кладу цветы своему учителю Василию Ильичу Топоркову, он примерно в 30 шагах. МХАТовец прославленный, да. Это мой учитель, ученик такого знаменитого актера Давыдова. А Давыдов учился у Щепкина, так что я наследник прямой. Да. Ну вот, и я кладу и туда, я еще и Олегу Николаевичу кладу, и Константину Сергеевичу, и Антону Павловичу, и Николаю Васильевичу Гоголю. Так что пол зарплаты у меня уходит. Я дважды в год это делаю. Но делаю. Есть какая-то благодарность внутренняя Хрущеву за то, что он закончил этот... О, вы знаете, конечно. Это был поступок. Ну как, ну просто, как говорится, был бесчеловечный, пожирающий своих людей режим. И вдруг была сказана правда, и режим был детерминирован так, как он того заслуживал. Ну что, конечно, это была другая жизнь. Как, впрочем, после публикации повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана, да, Денисовича». «Один день Ивана Денисовича» тоже вот, жизнь так делилась. Анна Андреевна Ахматова говорила так, что вот теперь так писать. Как писали. Раньше нельзя. Почему так говорю? Я лежал в больнице Боткинской. Ну, это было уже, я вставать стал после инфаркта. А она там тоже лечилась. Я так влюбленными глазами смотрел на нее через эту стеклянную дверь. Точнее, матовую. Ну вот. И иногда как-то мы... Вы хорошо понимали, на кого смотрите через матовую дверь, конечно, в то время? Конечно, ну что вы, нет, ну я
Я понимал и ее место, и место Бориса Леонидовича Пастернака. Хотя его уже к этому времени, по-моему, и не было. Нет, его не было. Нет, понимал, понимал. Я вообще в этом смысле ориентировался. Я вам должен сказать, что мне повезло, такое было счастье, что моим учителем по литературе была Юлия... была замечательная женщина, которая спасалась от преследования космополитов и этого течения космополитизм. Просто жизнь спасала, уехала из Москвы и стала учить. Лейтис была фамилия ее. И вот я благодаря этой замечательной женщине кое-что понимал даже тогда. Учился я плохо, но моя классная руководительница Маргарита Владимировна Кузнецова, она была в свободное от работы время мамой будущей моей партнерши в «Современнике» Лидии Михайловны Толмачевой. Она говорила, да все равно он артистом будет. И при всех двойках, которые я получал, она с трудом выводила мне 3, а иногда даже 4 с минусом. 29 лет, вы получили инфаркт, вообще удивительная редкость. Я смотрю на вас такой цветущий, красивый. Нет, вы знаете, я думаю, отчего? В 29 я думаю лет? Что это по заслугам. Если так говорить серьезно, 29 лет, я уже имел, наверное, 40, а может быть и больше фильмов. Так что по заслугам. Переработали просто. Ну, конечно. Конечно. Но главное, что не испугался, и эта прививка, в общем, как-то так. Вот интересно, вы не боялись потом в 40, в 50 лет, что рано умрете? Не боялся. Не боялся, потому что, понимаете, вот тогда была методика такая. Тогда заставляли лежать 7 недель на спине. Правда, я нарушал. Вы 7 недель? Я нарушал режим, там были сестры замечательные, сестрички. С ними разве улежишь? Вставать иногда. Ну вот, и тем не менее, я вот лежал на спине, и помните, как князь Андрей Болконский лежит там на поле и видит это бездонное голубое небо, и я тоже смотрел, и думал, и представлял, но уцелел, и, в общем, вышел с очень большим позитивным зарядом, то есть я перестал заниматься тем, что мне неинтересно. Переоценка ценностей. Наверное. Ну, просто вот занимался только тем, что мне... У вас в глазах извечная такая хитрица. Вы вообще человек хитрый? Конечно. Я не могу сказать про себя, что я умный. Так что лучше так мы назовем. Я хитрый. Вам помогает хитрость в жизни или мешает? А как вы думаете? Вы просто прикиньте. Я руковожу одним театром. Я руковожу театром под руководством Табакова на улице Чаплыгина. Я хочу открыть школу для одаренных детей. И думаю, через 10 месяцев вот это пространство от Хабаровска до Смоленска освоить. И думаю, еще сливки сниму из Украины, из Белоруссии. Таких педагогов, как я, мало. Вы, видно, четвертушку мордвин, это правда? Я мордвин, я украинец, я поляк и русский. Какая гремучая смесь. Да, 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 это правда. Но вот очень такая... Я бы сказал, витальная. Талантливый человек. Может столько, быть. Столько может кровей быть. Намешали. Я не стал бы так определенно про себя говорить. Но, наверное, не без способности. В 60-х годах театр «Современник» было явление не только в Москве, но и в Советском Союзе. Вы не только играли, не только были одним из основоположников, но и 6 лет директорствовали в театре. Я до этого был комсоргом, потом предместкома, потом секретарем парторгана. Я был всем. Так что, вот видите, знание... Оно рождает печаль по «Экклезиасту». Родила а потом печаль. Я вам объясню, в чем дело. Когда Олег Николаевич Ефремов покинул «Современник», это было время довольно тяжелое, это был уже определенный кризис, будем говорить, программы художественной «Современник». Сбилось чуть-чуть, да? Ну, во всяком случае, я уже, так сказать, в открытую что-то говорил относительно наших неуспехов. Я имею в виду в «Современнике». Мы прожили без классики с 57 года 8 лет. По 63-64. Да, 64 год, 8 лет. Это неестественно. У Олега Николаевича не было, видимо, какого-то такого живого интереса, что ли. Он был чрезвычайно талантлив в таком социально-экономическом анализе
жизни общества, в котором он жил. Ну вот, и первой нашей классикой была «Обыкновенная история», инсценированная Виктором Сергеевичем Розовым, поставленной Галиной Борисовной Волчок, которая, кстати говоря, начала эту, так сказать, этот спектакль репетировать. И потом у меня вот случилась эта болезнь, и она сказала: стоп, я буду его ждать. Что по тем временам было, в общем, беспрецедентным поступком. У вас какие-то непростые с ней отношения остались после «Современника»? Нет, вы знаете, я ее люблю по-прежнему. Непростые отношения могли бы быть, если бы мы были поглупее, что ли. Просто в свое время ей сказали, что единственный человек, который был против того, чтобы она стала главным режиссером, это был вот Лёлик Табаков. А поскольку мы жизнь с ней прожили чрезвычайно дружно, и моя мама, уезжая, скажем, из Москвы, всякий раз говорила: «Галочка, ну, пожалуйста, последите за ним». И Галка, значит, как могла. Как могла, следила. Да, следила. Ну вот, понимаете, ну, наверное, это всегда неприятно, если тебе такое говорят про какого-то твоего близкого человека. Но это было абсурдом, потому что если бы я был против, а я сам решил стать директором театра «Современник», не руководителем, не главным режиссером, а директором, потому что я понимал, что следующим после Олега Николаевича доверенным лицом этого государства в театре «Современник» являюсь я, несмотря на свою относительную молодость. Мне было 34 года в этот момент еще. По тем временам это был какой-то беспрецедентный, легкомысленный поступок. Ну, любимец. Наверное. Русский. Да, да, все. Как же. Член партии. Член партии, комсорг. Ну, вот, конечно, парторг. Ну вот, и поэтому, если бы я был против, то... Ничего бы не было. Хася не могла бы стать главным режиссером. Это я Она понимает, что если бы вы не предложили... Понимает, наверное. Нет, вы знаете, я по-прежнему очень нежно отношусь к Гале. Вот и все. Она ведь и беспартийная, правда? И еврейка. Была, да, и еврейка. Боже, страшное дело. Много недостатков. Много. Театр «Табакерка», который вызвал такой шум в Москве, дался вам легко или это было достаточно трудно? Вы знаете, в жизни легко, на мой взгляд. Только что? Ну, не стану тогда расшифровывать, если вы знаете этот секрет. Поэтому нет, нельзя сказать, что значит легко. Я начал учить детей, я прослушал вместе с моими молодыми коллегами, Гариком Леонтьем, Костей Райкиным, Валерой Фокиным, Андреем Дразниным, 3500 детей московских. Страшное дело. Это были дети 14-15 лет, и отобрали из них 49 дважды. Просеяли. Ну, короче говоря, 2 года я их учил, это была такая, ну, самодеятельная студия при мне, и жили мы, в общем, на те деньги, которые я закосил от кино и от семьи, да? И вот это и был наш бюджет. Ну вот, а потом из этих 49 я оставил 8. И самых-самых. Эти 8, они были основой курса, который я набрал в Институте театрального искусства, который сейчас как-то странно и самодовольно называет себя Российская академия. Кто эти 8? Я могу сказать, это покойные Лена Майорова, Царство Небесное, это покойный Игорь Нефедов, сын моего близкого друга детства, Леша Селиверстов, Лариса Кузнецова, Сережа Газаров, Вася Мищенко, Виктор Никитин, служащая в Киевском театре Нина Нежирадзе. Да. Кого я забыл? Аня Гулеренко, Маша Овчинникова, Марина Шиманская, Лёшка Якубов. Служащая. Неплохой состав. Да, нет. Я вам должен сказать, что если я продолжу этот список и назову еще Володю Машкову, Мишу Хомякова, Миронова, Андрея Смолякова, Женю Миронова, Сережу Безрукова. Я думаю, что вообще, если составить такую сборную команду актеров драматических Российской Федерации в возрасте от там, 30 до 46,
шести. Наверное, семи. В этой сборной команде половина будут мои воспитанники. В 2000 году вы возглавили МХАТ. Да. А, кстати, почему без буквы А, куда пропала академическая? Ну, это абсурд. Ну, как может быть театр академическим? Это такая глупость. Это часть программы развращения театра. Так сказать, ну, прививки ему, так сказать, убийство морали, что ли, или этики. Вы сознательно отбросили букву. Ну, что за бред? Ну, какой театр может быть академическим? Вот мой отец, Павел Кондратьевич Табаков, он был зав. Лаборатории Академического секретного института «Микроб» в Саратове. Ну, вот я так понимаю, что они занимались академической работой. Они 10 лет там какую-нибудь маленькую такую микробу выводили. Разглядывали. И потом, после 10 лет работы, нате вам, еще один микроб. Ну вот, а театр, по-моему, это абсолютно очевидно для меня, не может быть академическим. Не страшно было браться за это огромное, бесформенное, аморфное? Вы знаете, как это, глаза боятся, а руки делают. Есть такое выражение в России. А потом, видите ли, у меня не было времени ни взвешивать, ни советоваться, ни, ну, как бы сказать, так сказать, выводить корень квадратный из 625. Ой, как много. Ну да. Ну, короче говоря, умер Олег Николаевич. Знаете, когда дом горит, родной, ты не рассуждаешь, кто-то а должен. Идешь, тушишь, детей выносишь маленьких. В театре все-таки были пьянь, трач, грязь и воровство. Олег Николаевич болел очень последние 3-4 года и не мог охватывать все стороны жизни этого театра. В зале было 40-42% ух ты, зрителей. И актеры получали где-то в районе от 7,5 тысяч, наверное, до максимум, может быть, 10, да и то вряд ли. $300-400. Ну вот, даже все-таки скорее 300, чем 400. Это сейчас 400, тогда 300. Вам не казалось, что МХАТ вообще давно умер? Давно-давно? Вы знаете, я вас адресовать могу раз в месяц. В МХАТе происходят предварительные продажи билетов, и вот я себе не отказываю в таком удовольствии, почти. Я приезжаю пораньше, там, за рулем, и вижу, как в половине девятого выстраивается очередь 200-250 человек. Нет, Олег Павлович, я имею в виду МХАТ того периода, до того, как вы пришли. Да не было времени у меня думать, взвешивать. Еще раз говорю, что тут? Надо было дело делать. Вы большую группу артистов уволили сразу? Сразу нет. Я сразу никого не увольнял. Увольнял тех, кто нарушал режим. Сильно нарушали? Пили сильно? Ну, как говорится, результаты были высокие, конечно, в этом направлении. Это было, в общем, ну, вы знаете, поскольку мои дела, они от слов не сильно отличались, то я думаю, что в месяца 3-4 мне удалось как-то, я бы сказал, устаканить. Кого из народных любимцев вы уволили, не дрогнувшей рукой? Ну, вы знаете, зачем об этом говорить? Нет, уволил я тех, кто не был востребован репертуаром. И кого вы не видели в будущем, да? Ну, просто, что значит невостребованным репертуаром? Это означает, что те талантливые режиссеры, которых я звал в театр для постановок, не брали этих актеров в свои работы. Только все. Олег Николаевич Ефремов был непростым человеком, да он и не мог быть простым человеком по определению. Какие у вас были с ним отношения в течение жизни? Я думаю, что они были очень такими неровными, они, так сказать, колебались от без такой абсолютной близости в рамках
традиционной сексуальной ориентации. Да, это никто не сомневается. Вот. И вплоть до какого-то расхождения по вопросам принципиальным. Иногда бывало так, что вот перед его уходом, перед уходом Олега Николаевича из «Современника», я 2-2,5 года не имел ролей. В общем, ну, в театре я имею в виду. Я в кино там, ну, видно, навалял немало. Дай Бог каждому. Да. Нет, он знал, что я один из немногих, кто его никогда не предал и не предаст. Меня несколько раз ломали через колено на этот счет. Однажды это делала секретарь Московского городского комитета партии по идеологии. Что хотела? А чтобы согласился возглавить. МХАТ? Нет, современник тогда еще. А потом еще уже, когда в МХАТе я был, был такой Иван Фролов. Сначала он был, по-моему, главным редактором «Правды», потом он был секретарем ЦК при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Вот он тоже меня вызвал и спросил, ну вот, давай. При жизни Ефремова? Ну, он там длинный был такой, у него, так сказал, ну, потеря работы вестибулярного аппарата какое-то время. Ну, и, значит, мне тоже сказали, давай, надо. У вас была с Ефремовым какая-то взаимная зависть, иногда ревность к ролям в кино? Вы знаете, нет, я вам так скажу, что я завидую только трем категориям людей. Людям, которые говорят по-французски. Как интересно. И которые играют либо на скрипке, либо на фортепиано. А все остальное у меня есть. В свое время Ульянов, Розов, Рихтер, Образцов, другие деятели культуры подписали письмо Гришину, Олег Николаевич не подписал. Чтобы дал вам подвал этот несчастный на улице Чаплыгина для табакерки. Олег Николаевич не подписал. Почему не подписал? А Бог его знает. Ну, чем мы будем на эту тему мудрствовать или предполагать что-то? Нет, Олег Николаевич был человек, и ничто человеческое ему не было чуждо. И иногда, скажем, ну, как бы это поточнее выразиться, иногда ему было трудно, скажем, согласиться на то, что самый или один из самых успешных спектаклей «Современник. Обыкновенная история», там, скажем, приглашается на гастроли не куда-нибудь, а как мы, Польшу или Чехословакию, или Чехословакию, Болгарию, вот, Румынию, вот. Но, или вдруг дается первая госпремия по тем временам, молодым вообще соплякам, да, Волчок, Михаилу Казакову, мне, а я еще там звоню своему другу, который был помощником у Суслова, и туда вписывается еще Виктор Сергеевич Розов. Смотрите. Ну вот, значит, да нет, много было, наверное, раздражающих каких-то вещей. А я вам сейчас расскажу такую смешную историю. В 68-м году, к 50-летию советской власти, с опозданием на один год, давали ордена. И вот, значит, одна женщина, она была, как же это называлось, консультант отдела. Угу. Наградного? Нет! Отдела идеологического, отдела культуры ЦК партии. Поважнее нашей. Будет. Да. Ну вот, ей было, значит, предложено там составить эти списки, кому что дать. А я к этому времени уж очень нехорошо засветился. Самый большой театральный успех у меня был в Праге в 68-м году. Нехороший год для Праги. Нехороший, но успех был хороший. После него я играл там Хлестакова в спектакле театра «Черногерный клуб». Играл по-русски. Актеры остальные играли по-чешски, но меня понимали даже быстрее, чем моих чешских коллег. Значит, после этого успеха был, так сказать, спланирован тур мировой, начиная от Южной Америки, через Америку Северную, Европу, Япония, Корея. Неплохо. Ну вот, но это все, конечно, гаукнулось, поскольку Вася Мищенко, водитель танка, в то время, а чуть позже мой студент,
въехал в Прагу, на своем коне. Весной. Ну, не весной, милый, это было осенью. Пражская весна? А, нет, осенью въехали. Пражская весна, да. Это понятие, а понятно. Въехали на танке осенью. До осени думали, и осенью въехали, ну, наконец. Вот такая вот история, почему я вам ее рассказываю-то? А, да, так вот, значит, в этом году, 68-м, поздней осенью уже, раздавали или планировали раздавать ордена. А как ордена? Вот вы, человек молодой, не знаете, как ордена готовится. Сначала... Подает театр. Предместкома, а если ты комсомолец, то комсомольская организация говорит, Гордон, ну, просто, ну, заслуживает этого ордена. Сейчас записали. Потом местком, потом партком, потом... Райком. Потом... ЦК профсоюза, потом отдел культуры горкома, ну и так далее. Доправились он эти орден пропадом. Так вот, значит, и вот однажды, когда надо было, когда надо было идти в Кремль получать орден, Леня Эрман, нынешний директор театра «Современник», просунул свой нос в дверь и робким голосом сказал: «Олег Николаевич, Ленька просит отпустить Кремль». «Зачем?» – сказал Олег Николаевич. Говорит, ему надо орден получить. Вот. И опять он нос назад забрал из проема дверного. И прямо сказал: «Ну, ладно!» – сказал он. И я пошел получать свой орден в знак почета. А история этого была такая. Вот это вот самое... Значит, консультант этого отдела пришла к Суслову и показала этот список. Да? А Суслов говорил высоко, и позже я это все уже узнал, когда жаловался ему на Гришина, на первого секретаря Московского горкома партии. Он послушал и говорит: «А где же молодежь?» Значит, консультант сказал: «Да вот, нет, это мало. Надо молодых. Иди и придешь заново». И она вписала туда, по-моему, Андрейку Вознесенскую, там еще кого-то, и меня тоже. То есть никакого тебе ни парткома, ни месткома, ни райкома, ни гмалкома, ни горкома, ни бранкома. Ну, все за вас обрадовались, коллеги? Это я не знаю, это надо их спросить. Нет, я думаю, что не все. Но дело не в этом. Дело в том, что просто я рассказал об этом. Что, наверное, бывали какие-то моменты, когда Олега Николаевича не безосновательно было как-то раздражить. Что такое? Никого еще не наградили, понимаешь, в обход всех правил этот устроился. Орден себе, понимаешь, да, ну, нет, позднее Гафт написал в одной из своих эпиграмм, что горит-горит его звезда, да, на пиджаке у Михалкова. Да, ну, правда, когда у меня там были сложности с камнями, Гафт написал еще одну стихиру. Как же это? «Олег, в твою протянутую руку камней наклали вдоль и вширь. Я подлецов найду без ультразвука и отомщу за желчный твой пузырь. Лежи спокойно, и не будет боли. И Люсю, это моя первая жена, Люсю слушай, в койке не дури. И ни в палате, и ни в коридоре камней ты в руки больше не бери». Олег Павлович, говорят, что Олег Николаевич Ефремова и в театре «Современник», и в МХАТе редко какая звезда не была или официальной, или неофициальной женой. Это так или нет? Знаешь, поскольку я человек грешный, то я никогда не стану давать показаний против одного из учителей по профессии. Срок одного театра, говорят, 20 лет. Истекает он быстро, истекает энергия, и театр прекращает свое существование. Вы с этим согласны или нет? Ну, какая разница, согласен я с этим или не согласен. Но просто вот «Подвал», первый свой спектакль,
по пьесе Алексея Казанцева, вот, недавно, безвременно умершего. Пьеса называлась «Весной я вернусь к тебе». Поставил эту пьесу Валерий Фокин, ныне главный режиссер Александринского театра из Ленинграда. Это был 25 октября 1978 года. То есть пора на бы, будущий пора год бы. Будет 30. Вот и все. Вот мой вам ответ. А там, как это теоретически считают, 20 лет или больше, меньше, не имеет значения. В коллективах, которыми вы руководите, вы чаще кнут употребляете или пряник? Вы знаете, я не употребляю ни то, ни другое. Я пытаюсь делать жизнь людей, за которых я отвечаю, по возможности хоть на немного лучше. Вот в этом театре никто, ни уборщицы, ни лифтеры, не получает меньше 10 000 рублей. Я сказал, что 7 лет назад зарплата была 7,5 или там 9,5 тысяч. У актеров. А последняя вот зарплата, я подписал финансовый документ, средняя зарплата актеров 46 тысяч. Это деньги, сопоставимые с деньгами, которые получают наши коллеги в Европе, работая в муниципальных драматических театрах. Многие звезды и табакерки, и МХТ играют с успехом в кино. Вы не ревнуете своих звезд к кино? Нет, вы знаете. Нет запретов не играть? Нет, ну зачем? Ну я же сам актер. Это глупо. Это глупо. Просто надо прививать актерам, чтобы они как-то вели себя как порядочные люди, во-первых. Не врали бы. А врут? Бывает. Не обманывали бы репертуарную контору. И кроме этого, я ввел такую практику, что работодатель, в данном случае телевидение или кинематограф, ангажируя актера Московского художественного театра, за каждый рабочий день, использованный в кино или где-то, выплачивает театру, фонд помощи развития театру художественному, сумму примерно от 1,5 до 2 000 рублей за день. Капитализм? Да я думаю, что это просто реальность жизни окружающей нашей. Капитализм-то с нечеловеческим лицом. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був блискучий актор і режисер, народний артист Радянського Союзу, художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков.